по улице Целинной в Кыштовке. Это у нас Челтак, и видим странные чудища новогодние. Сейчас мы их посмотрим. Мы же каждый год с вами их смотрим. Раз музыка такая у нас. Целинна 59, квартира 2, тут живут Кошкины, семья. И тут нас встречает, здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принес, Дед Мороз хороший. Вот тебе за это свет неба, луч неба золотой. А это Снегурочка, ледяная фигурочка. Вон какая талия, видно из Италии. Прям на Новый год стихи сами идут по себе. Вау, можно пролезть. Что с вами? Классно. А тут кто нас встречает? Ух ты! Черепаха! Львенок! Это же из мультиков. Вон какая у нее мордаха интересная. Тут все еще мергающие. А тут мергающие. Мергающий профнастил. Классно. Львенок, черепаха. А это кто такой еще летающий? Это что за новости? Летающие простыни? Летающие шторы? Нет, это летающий дракон. И тут колесо волшебное стоит. О, какие у него рожки. Сделаем тоже ему свет на рожке. Вот так. Я дракон волшебный. Светящаяся голова. Тут еще есть. Оба. Это вагнеровская черепашка. А, Чебурашка. Черепашка это там у нас. А это крокодайл Гена. Он у вагнеровцев не был. Гена. Как так? Ледяной. Хотя тут что, угольки? А, гармонь. Игра «Гармонь» алтайская. Ты у Заволокиных взял в аренду. Ну-ка, поиграй нам. Деревенька моя, деревянная дальняя, Кыштовка моя и Сергеевка родная. Это что, так лось, что ли? Рога похожи, как у лося. А это просто лавочка. Это вообще непонятная фигурка. Есть морда? Ладно, я тебя оживлю. Вау! Вот и все. Давайте я рот еще сделаю улыбающийся. Чтобы было все весело. Так, все письма написали Дед Морозу. О! Тут у нас дымочек он идет, смотрите какой. Новогодний. Вон там у нас Венера или Юпитер опять. Сейчас приблизим. Если цветной, значит будет Юпитер. Похоже, да, вот маленько цвет есть. Похоже, Юпитер, может Венера. Но это можно посмотреть. Приложение скачайте, посмотрите. Кому надо, напишу название приложения. Оно сложное, не могу сейчас так сказать его. А это кто такие с хвостом? Это мы из Мегарыныч, такие современные. Или кто это? Жирафы такие. С такими длинными шеями. Так что детство еще кое-где играет. А вот еще сторонки дневальной стоит здесь, охраняет. Там потому что лес дремучий, улица Целинная, а он здесь стоит. Дневалей. Вольно. А это такой зубастый. Это крокодайл или кто? Это кыштовский, похоже, крокодайл. Я даже тебя так вот сейчас сфотаю. Машина тоже новогодняя. Ладно, мне больше всех в данный момент
времени. Понравился Чебурашка. Спасибо, Чебурашка, что ты был с нашими пацанами, с героями. Всем мира, поэтому во всем мире, на всей планете Земля. И с наступающим Новым годом 2024. Пусть он будет новым годом в истории вообще человечества. И всех животных, и всех растений.